В этом году в Беларуси появились и три абсолютно новые школы в Минске, Гродно и Пинске. Последнюю можно по праву назвать многофункциональным комплексом. Теннисный корт, беговая дорожка, конференц-зал, множество спортивных площадок, стрелковый тир и даже собственный стоматологический кабинет. Двери учебное заведение в самом быстрорастущем микрорайоне Радужный открыло для 1300 учеников и 140 педагогов. К слову, в Брестской области эта школа рекордсмен по количеству первых классов. Их 13, от А до М. Создана в этом комплексе и безбарьерная среда. У нас два класса интегрированного обучения. Это в каждом классе по 4 ребенка. Значит, особенность их – это нарушение опорно-двигательного аппарата. И у нас есть спецкласс, в котором обучается 6 человек, 6 ребят, тоже с нарушением опорно-двигательного аппарата. Как вы, наверное, заметили, созданы все условия для этих детей. То есть безбарьерная среда, пандус, лифт в школе есть. Сын ходил в другую школу, это далековато, было страшновато. А тут сейчас ребенок, и еще старший, еще младший будет вместе ходить. Близко, 2 минуты и в школе. Учиться в такой школе очень приятно, наверное. Новую школу построили за 3 года. Инвестиции составили порядка 150 миллиардов белорусских рублей. Для уроков труда современные классы по деревообработке и шитью. Станки не хуже, чем на производствах. Планировка здания такова, что младшие школьники не будут пересекаться со старшеклассниками.